Идем, Таюшечку, первый раз на баскетбол. Посмотрим, как ей понравится, не понравится. Вот какие там колечки маленькие, смотри. Да? Нет. А вон маленькие какие колечки. Привет. Хорошо. Здравствуйте. Привет. Давай переобуемся, давай, сделай кроссовочку. Да идем мы в раздевалочку переобуемся. Давай всех выиграй там, всех победи. Хорошо? Выиграй, победи, забей много-много очков. Тебе Саша будет помогать, конечно. Конечно, будет помогать тебе, Саша, да? Давай, удачи тебе, давай, Бусечку. Давай. Мы будем сидеть вон там, вон, на трибунах, как все родители. И смотри, что ты будешь делать, поняла? Иди, иди, иди. Пошли со мной, да? Иди. Пошли. Пошли. Ух ты, молодец! Ну-ка забей первые свои два очка в жизни. Еще пробуй. Давай. Вау. Ух, еще. Отталкивай, двумя ручками вот так вот отталкивайся. Да, доча, далеко тебе еще, наверное, работать. Толкаешься ручками и ножками. Давай. И давай, бросай. Почти. Встань дальше. Все. Давай, давай, Таюшечка. У меня слезы наворачиваются. Интересно ее. Ощущение нравится, и она не понимает еще, наверное. Ну, видишь, зато баскетбольные мячи, троечки, кольца такие маленькие. Не попала ни разу. О, сейчас там начнется. Такая старается. Но. Тебе змейка побежала. Пока что идет разминка. Таюшка очень старается. Ты умница. Хорошо приседай. Стряхнули, ноги стряхнули. Закончилась разминка. Началась очень интересная игра. Одна команда аккуратненько берет и ложит их, вторая аккуратненько берет и ставит. Так, молодец. Ищи, ищи, еще, ищи. Давай, оп. Короче, валяющие выиграли. Сейчас наоборот. Сейчас Таюшкина команда ставит, а другая ложит их на пол. Так, 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 ставь, доча, ставь, еще ставь, доча, ставь, ставь, ставь. Да, 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 да. Так, 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 ставь. А. О, ура, у нас больше стоит, ура. На арене там есть какой-то этот. Таюша, расскажи, как тебе, а что вы делали, расскажи. Иди сюда, расскажи. Таюша, иди сюда. Таюшка, что вы делали? Одна команда должна поставить, а вторая положить, да? Да. Понятно. Вы выиграли хоть? Да. Да ты что? Честно, что ли? С мячом. Все, пошли опять за мячами. Сейчас будут точные броски.
Молодец! Ну, давай в это колечко, давай. Ура! Молодец! Все, я попала. Да? Ну, значит, тренировка прошла не зря. Да, уже два раза попала. Она попадает и бежит к тренеру, говорит быстрее, что я... Я попала! Ура! Еще один бросок. Ура! Доча, ты уже три раза подряд попала, зайка. Как твои ощущения? А? Классные, да? Давай еще раз. Ура! Да четыре раза уже, мама. Ничего себе. Даже папа столько не забивает. Ура! Молодец! Вошла во вкус. Ух ты, доча, ну все, у тебя уже промахов нету, да? Чезай, давай. Вот, 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 молодец! Ура! Хоп, хоп. Знаешь, как я могу? Давай, как? Покажи. Ногой нельзя, ногой нельзя. Баскетбольный мячик только ручкой. Таюша, вы закончили? Молодцы. Бросать еще будешь или поедем? Нет. Поедем нет, уже? Нет. Давай папа забьет. Пошли, да. Папа забьет. Идем. Не, это тоже. Вот, смотри. Ой, промазал. Все, иди, мама тебя этот оденет. Устала, зайка? Мокрая вся, да? Пей водичку. Сколько раз попала? Раз 10, наверное, да? Доча. Пойдемте. Ну что, малыш, как тебе? Ага. Да? Ну тебе понравился только по кольцу бросать или нет? Что, или в игры тоже понравилось играть? В игры тоже. Да? Там ты так догоняла, что я даже не знал, куда эти денутся. Смотри. Все мальчики и девочки. Смотри. Да? Так что, мы будем ходить сюда с ребятками гулять? Нет. А куда? Ну, просто, я не хочу. Ну, сегодня уже не пойдем. Уже там через пару дней. Когда ты отдохнешь полностью, восстановишь силы свои. И пойдем сюда еще. Пойдем? Угу. Да? Угу. Будем учиться по кольцу бросать. Нужно же не мазать, дочь. Нужно же всегда попадать. Ну, ты посмотри, как тут мышцы накачала. Посмотри, какие большие. Во, во. Баскетбольная тренировка закончилась. Всем пока. Молодец. И бучку дай всем. Дай бучку. Волшебный поцелуй. Ну все, пока.